кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен наше выступление песней «Письмо отца». Спасибо, папа, спасибо. Желтело с годами. На конверте в углу номер почты стоит полевой. Это в 42-м мой отец написал моей маме перед тем, как идти в свой последний решительный бой.
письмо, и как будто все ближе и ближе. Тот далекий рассвет и биение солдатских сердец. Я читаю письмо, и сквозь годы отчетливо слышу. Слышу вновь те слова, что сказала перед боем отец. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй ты крепче. Всегда сберегу, дорогая моя, поцелуй, ты крепче сидишку, знаешь, что вас от беды, я всегда сберегу. Я читаю письмо, да за окнами солнце смеется. Начинается день, и сердца продолжают любить. Я читаю письмо и уверен, что если придется, все, что сделал отец, я сумею всегда повторить. Дорогая моя, на передней у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй, ты крепче сидишку, знаешь, что вас от беды я всегда сберегу. Дорогая моя, поцелуй, ты крепче. Всегда сберегу. Спасибо огромное еще раз вас с праздником. Для вас пел сегодня я, Евгений Дятлов, и играл академ-квинтет. Николай Криворучко, гитара. Армен Акопетян, кларнет, саксофон. Владислав Кроль, контрабас. Олег Калиденко, баян. Вячеслав Овечкин, скрипка. Спасибо вам огромное за горячий прием. С праздником вас, дорогие ветераны. С праздником вас, нижегородцы. Спасибо. Заслуженный артист России Евгений Дятлов.